Я начала новый проект. Шапочку для малютки в стиле Hello Kitty. Немножко уже провязала. Вязка крючком. Я очень сильно люблю вязать крючком. Больше, чем спицами. Оно получается у меня более аккуратненько. И более так вот быстро и симпатично. Провязала я маленькую резиночку. Там на 7 петель. Честно, увлеклась и забыла заснять сам процесс вязки резинки. Но это мы можем сделать чуть попозже. И вот саму основу, то есть это маленькая для новорожденного ребеночка, девочки, шапочка вот в таком вот формате. Получается, сама будет основа такая вот пушистая, так как уже близится время к весне, поэтому сильно теплую вязать я не буду. Вот такая, чтобы можно было одеть под в колясочку, в конвертик и там съездить в поликлинику куда-нибудь, ну пока она еще не станет маленькой. Вот буду в процессе снимать, показывать, что у меня получится. Я думаю, за сегодня я ее свяжу, она маленькая совсем, вот, совсем как ладошечка. Основа у меня получилась для шапочки, такая вот мохнатенькая, красивая, маленькая. Высота ее от резинки до верхушечки 15 сантиметров, 14,5. Что я хочу сделать? Хочу сделать маленькие такие ушки, за которые будут, ну, на, для того, чтобы завязывать завязочки. И, наверное, еще небольшой такой бортик сделаю ажурный, обвяжу эту штучку, резиночку. Сейчас сделаю и посмотрим. Вот такая шапочка у нас получилась. Похоже на киску, на сову, ну что-то такое.